как раз вовремя. Ты подаешь хороший пример. Без твоей помощи. Да-да, тебе некогда. Короче, иди к зерновому элеватору и пригони вдоводел назад. Едай, праздники. Но мы выстояли и стали только сильнее. Да и вообще шрамы украшают. Слышит твои молитвы. Мне снова нужна твоя помощь. Я знал, что после смерти его перебежчик из Септы скрывается в трейлерном парке у озера Сильвер. Проверь, как он там. Ничего не меняется. Разве что чуть-чуть. Автостопщики пропали. Раньше было полно. Помощник, слушай. Вдоводел стоит в элеваторе. Ты наверняка наткнешься там на эдемщиков. Будь осторожней. Помощник, слушай. Вдоводел стоит в элеваторе. Ты наверняка наткнешься там на эдемщиков. Будь осторожней. Женщины готовят еду. Одна спасется, вторую бросит. Я предлагаю вам стать тем, кого не бросят. За теми, кто спасется. За теми, кого... Надеюсь, вы рады так же, как я. О, я приветствую вас. Вы чувствуете величие проекта? Заскочите домой, как будет время, ладно? Пожалуйста, ничего срочного. Пока что. Кто-то угнал вдоводел. Перекройте дороги на Фолс Энд. Не упустите его.
того, как ты управляешься с грузовиком. Верни его домой, Фолс Энд! Заставляй по-другому взглянуть на жизнь и смерть. Этот звук я всегда узнаю. Отцовский грузовик. Возвращай грузовик к твоим услугам. Если что-то выясню... Я не такой крутой, как выживальщик. Простите. Так бы целый день не играл. Агнец снял пятую печать. Я увидел под алтарем души мучеников, убитых за Слово Божье. Из-за тебя мои близкие стали мучениками. Та же участь ждет и твоих. Но Бог смотрит на нас, и Он будет судить нас по нашему выбору. Я же говорил тебе, что мир на краю гибели, где презрение, несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Ты доволен? Скажи. Когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пуль? Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Перед лицом Бога я даю тебе последний шанс. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве? Нас вообще здесь не должно было быть. Ты сам знаешь, что делать. И помни,
Господь следит. Презрение. Несправедливость. Любой выбор выдает твой грех. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Прости их, отец. Ибо не ведают, что творят. Когда Агнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул, гром и молнии, и затряслась земля. Иосиф Сид,
Вы арестованы. Я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю. Все кончено, дитя. Господи! Облака. Господи! Господи! Гадать. Спасем. Пикап! Ну! Нужно валить отсюда! Ну! Ну! Живо! Катсон, ты назад! Поехали! Заткнись ты! Я это знал! Я так и знал! Эй, валим отсюда! Давай, давай, давай! Иисус, я тряпка! Ты видишь это? Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, быстро в бункер! Живо! Мы все умрем! Мы все умрем! Гони! Гони к бункеру! Ну! О, Господи! Не угробь нас! Птицы! Черт! Он был прав, мать вашу! Слышишь это? Значит, политиков заставили замолчать. Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное... Значит, я был прав. Коллапс наступил.
Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал. Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отнял. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Я твой отец. А ты мое дитя. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. Mm-hmm.